в нашей студии гости. Екатерина Перетядько, директор Крымской региональной школы КВН, рабочий класс, капитан команды, участник команды КВН, как я говорила уже, рабочий класс, Кончев Сергей и Трандафил Сергей. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Доброе. Товарищи КВНщики, у вас событие, серьезное событие, никаких шуток, все лица тоже серьезные. 7 декабря, конечно, 7 декабря ответственное мероприятие, финал. Финал чемпионата на Кубок главы Республики Крым. И как же с такими-то лицами вы вообще планируете победить? Вот с такими все, с такими понимаю, что возможно. Ну что, готовы? Вот знаю, что перед этим было много мероприятий, много выступали, много шутили. Вот, и устали. Удостоены такой чести кубок оставить дома, унести или унести его к себе. Как подготовились? Кубок заберем. Мы готовимся на все 100%, стараемся. Будем улыбаться, шутить, приходите 7 декабря, это самый веселый понедельник будет. Мы обещаем хорошее настроение, все будет отлично. Где будет КВН? КВН будет проходить в Государственном театре. Несмотря на то, что у нас перебои с электричеством, мероприятие все равно состоится. Со свечками, нормально. Да, мы постараемся уложиться во время, чтобы никого не подвести. Если вдруг что, мы готовы, запаслись свечками, генераторами, потому что в любом случае хотим, чтобы игра состоялась. Что поэтому всех зрителей, любителей КВН приглашаем. Не переживайте, все будет однозначно. То есть ребята не силой планируют забрать этот кубок, а все-таки шутками и даже пресечать. Ну почему не силой? Ну, если будет возможность. Если вдруг выиграет другая команда, придется. А много претендентов на победу? Силу применять сильно придется? Какие еще команды? С кем будете? Команда из Владикавказа. Да, у нас, получается, 5 команд крымских и 2 команды гости полуострова. Это город Омск, знакомые лица, и команда из Владикавказа «Соло». Так, а сколько будет конкурсов в финале и какие они будут? 3 конкурса будет. В общем-то, для КВН они классические. Это 2 из них классических. Это приветствие, в которое команда должна представить себя, напихать туда как можно больше шуток и рассмешить зрителей, в общем-то, плотностью юмора. Разминка будет с жюри, в которой жюри задаст вопросы и захочет, естественно, услышать оригинальные ответы от наших КВНщиков. И один из любимых конкурсов зрителями – это видеоконкурс. На этот раз нам команда должны будут приготовить самосъем. То есть ни одного использования чужого видео или готового видео. То есть ребята будут снимать сами фильм на тему «Новогодняя история». Поэтому этот конкурс больше всего интригует. Ребята, вообще идея есть уже этой новогодней истории? Конечно, есть. Обижайте. То есть темнота и просто голос. Просто голос, за кадром будет. Естественно, со свечкой. Слушай, уже много будете вот шутить, я не знаю, там, на тему... Странный там, вопрос, да? Света... Ну, не без этого, так сказать. Да. Это же наболело, актуально. А вы знаете, что вот молодцы, потому что круто, на самом деле, мы, крымчане, такие, любую и чрезвычайную ситуацию, и какую-то другую некомфортную, мы все умеем превращать в шутку и, по-моему, выжимать из этого максимум улыбок. Ждем от вас вот именно сплошного позитива. Мы как студенты скажем, когда выключили свет, честно, был праздник. Первые 2 дня. А почему? В общежитиях просто выключают свет и все. Знакомятся друг с другом. Начинают общаться. Андрей, Сережа, привет. Вроде рядом жили, оказывается. По соседству начинают знакомиться. Не только студенты, я вам скажу. Многие люди так делали. Люди 20 лет под одной крышей могут жить. И наконец-то познакомились. Да, и наконец-то познакомились. Ребят, к Новому году это вот самое главное мероприятие? Или еще вот потом уже будете отдыхать на новогодних каникулах? Да, конечно, в Новый год это работа тоже, я вам скажу. Конечно. Корпоративы, праздники. Номер телефона нужно. Но на самом деле, в общем-то, у нас главный приз на игре – это путевка для команды на Кубок чемпионов на международный фестиваль в город Сочи. Поэтому если у ребят получится выиграть... А у вас
трах-тебе-дох-тебе-дох, получится заиграть. Будет такое впечатление у зрителей, что мы специально привели ребят, чтобы зарядить их. Не политика. Вот они и нашли. Ну, в общем-то, все в равных условиях. И команда, которая победит, выиграет Кубок главы Республики Крым, будет отправлена на международный фестиваль в город Сочи. Скажу по секрету, что туда поедут не только команда-победитель. Крымская лига в этом году подготовила несколько команд, то есть дала им уверенность в себе. В общем-то, ну, наверное, не только в этом году работали, но и в предыдущие годы. И в этом году Крым будет представлен в Сочи хорошим количеством команд. То есть это будет 3 или 4 команды однозначно. За долгий период существования КВН в Крыму уже давно не приезжало столько много, не планировала приехать столько много команд. Я знаю, с чем это связано. Хороший год это, сегодня. Это сегодня. Сегодня хороший год. Хороший год. Заморозками. Да, это к тому, что холодно, поэтому в Сочи можно ехать 1, 2, 3 команды. И света будет. Там света точно будет. Слушайте, а возьмите меня туда с собой, у вас там поехали. Точно света будет. Поехали. С вами будете играть? А, буду. Отлично, все. Хорошо. Едем. У них как раз девушек команда. Есть, у нас Машенька есть. Ну как мог не забыть? Да. Да, Машеньку не забыть. А почему-то, кстати, мало девчонок? Ну, даже не знаю, почему мало. Сколько нашли? Да, не все хотят. Днем с огнем искали. Да. Стесняются некоторые, но мы такие многие люди опасные. Да. Подозрительные. Сложно, да, вот с девчонками работать, я думаю, да? Приятно с девчонками работать, да. У нас есть, да, у нас есть отдельная целая женская команда. Отлично. Поэтому, если вдруг, да. Все. Не хватает есть веселых как женщин. Все? Да. А как же главный номер? А как же искрометные и пестрящие все, шутки? Все в понедельник. Все. Давайте хорошо, поддержим ладно, интригу. Ребят, 7 декабря, напоминаю потерпим вам. Потерпим до понедельника, до 7 декабря. Конечно. И посетим. Я всем хочу сказать, что это вот классная команда АТАС. Рабочий класс. Бойтесь все. Ребята, кубок будет ваш. Спасибо вам огромное, спасибо, что вы пришли. Екатерина Перетядько, человек настроения дарит всегда, директор региональной школы КВН и командир, капитан. Да что же, если улыбнитесь. Ну, скажи командир. Командир, капитан и участник, игрок команды «Рабочий класс».